Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от торговой марки «Бергамон». Модель называется «Релакс 7.0». Это горный велосипед с алюминиевой рамой, размер колес 29 дюймов, «Найнер». Это велосипед, это модель 2018 года, которая представлена у нас в магазине. Велосипед, конечно, немецкий, классный. В описании следующая вилка здесь идет от компании RockShox, 100 мм хода, вилка воздушная, у вилки достаточно большое количество опций и регулировка отскока, ребаунд, и блокировка хода самого, сверху стоит локаут, и также изменение давления в вилке при помощи насоса. Здесь можно накачать вилку под ваш вес. А градация под какой вес здесь есть на самой вилке. Вы можете при покупке велосипеда сами себе задать необходимое давление вилки для того, чтобы было комфортно работать под ваш вес конкретно. Это классика хорошей вилки от компании RockShox. В описании следующее. Спереди стоит покрышка более грубая, с более таким жестким протектором для устойчивой проходимости. Сзади мелкий такой мелкий протектор, более прочная покрышка, чтобы не так сильно шумело. Велосипед комплектуется ободом алюминиевым. Обод сам по себе еще и пистонированный. Усиление и классная, тем самым работа велосипеда. Более надежный уровень. Спицы из нержавеющей стали. Втулка передняя от компании Shimano. Хороший уровень. Переключение торможения здесь происходит при помощи гидравлической системы от компании Shimano. Спереди стоит ротор 180 мм, также и сзади. Это хороший, надежный уровень тормозной системы. Болдены идут спрятанные в раму, что тоже приятно для внешнего и в общем целом для велосипеда. Монетки здесь от компании Shimano, класс SLX. Ну и вообще можно сказать, что данный велосипед комплектуется всем оборудованием SLX. И переключатель передний, задний также SLX. И кассета также от компании SLX. Руль идет гидроформированный с облегченной вставкой, которая держит руль. Как мы видим, это легче и надежнее. Вилка, рулевая здесь идет с полуинтегрированными подшипниками. Это надежность, опять же, говорит о велосипеде. Встроенный в раму, повторюсь, Боудена приятно будет для вас. Передний шатун идет от компании Shimano. Шатун, причем, идет с сквозной кареткой. Вал каретки здесь пустотелый. Холотек. Мало того, что пустотелая каретка, еще и подшипники вынесены наружу, тем самым более жестче идет сама рама. Вот это подшипник. Система, так, шатун здесь стоит от компании Shimano MT600. Соотношение зубьев 36 и 26 звездочки, зубов. Соответственно, передний переключатель SLX, как и говорил, велосипед весь на SLX, так и задний переключатель от компании Shimano, модель SLX. Кассета здесь стоит уже очень большая. Здесь кассета SLX 700 с количеством зубьев 11-42. Большая звезда на 42 зуба поможет легко подняться на самую тяжелую горку. Данные кассеты начали устанавливать с недавних пор. Раньше таких не было, очень больших кассет с таким звездом. 11-звездная кассета. Ну, также стоит отметить, что покрышки, камеры здесь идут с французским ниппелем, тонким, автомобильным, как говорят еще, велосипедным, как говорят. Ну и покрышка, как вы видите, более такая гладкая по сравнению с передней. Также велосипед комплектуется классным седлом. Седло здесь само по себе очень интересное. Вот так не увидеть, не посмотреть. Как мы видим, здесь специальная получается пластиковая кайма, которая делает упругим сам получается механизм. И есть специальное отверстие под мигалку. Сюда можно вставить мигалку, тем самым вы облегчите сам велосипед. Но это комфортно, это классно. Ну, задумано под компанией-производитель Бергамон. Также педали идут металлические. Ну, стандарт, ничего лишнего, все нормально. Подсидел легкосъемным эксцентриком, позволяет изменять в любой момент высоту седла. Данный велосипед продается в нашем киевском велосипедном магазине на бульваре Перова. Если вас заинтересовал данный велосипед, обращайтесь к нам. Всегда готовы
обсуждать ценовую политику данного велосипеда. Если вас заинтересовал наш YouTube-канал, понравились наши видеообзоры, пишите. Всегда будем рады вам ответить. Если заинтересовали какие-то вещи, всегда готовы разговаривать на тему скидок. У нас цены всегда лояльны для постоянных покупателей. До скорых встреч!